Так, ладно. Все-таки вижу большинство за то, чтобы заняться сайдом, который мы начали ранее и не смогли закрыть из-за того, что продолжения не было. Раз у нас в игре сейчас вечер и есть возможность его закрыть, давайте сначала его закроем, потом пойдем по сюжету. Сейчас играет тревожная музыка, намекающая нам, что типа, эй, нужно спешить на помощь. Но он подождет там. Чё подождет? Не умрет. Если уже не умер. Так, такси. Да нет, пойду пешком. Тут недалеко. Так, напомню, так, сайд-квест с госпожой, ночной королевой из БДСМ-клуба. И мужиком, который... Ну, у него настолько кожа стала крепкой и нечувствительной, что он больше не испытывает удовольствия от посещения подобных клубов, где находятся эти госпожи. Ну и, собственно, мы пытались ему помочь в последний раз, но безуспешно. Давайте посмотрим, как все это будет развиваться дальше. Магазин? Серьезно? Так. О. Вы тот, что помогли мне ранее? Это если что, Юмеко написано имя. Ты та девушка, что была ранее. Юмеко Тян, верно? Да, мне действительно очень жаль за то, что было на днях. Я так и не смогла вас отблагодарить как следует. Да не, не беспокойся об этом. Как ты, в порядке после всего, что было? Те девушки... Ничего с тобой еще не сделали? Ну, я как-то справилась. Ну, в конце концов, я сейчас уже в определенном возрасте. Угу. Так что я действительно не в положении что-то говорить. Однако... Мне нравится эта работа, и я горжусь ей. Она помогает мне прямо дать волю другой я. Оно действительно мне... И это действительно приносит мне большую радость. И есть люди, которые действительно нуждаются в другой меня. Хоть их не так уж и много. Но до тех пор, пока они есть, те, что нуждаются во мне, я хочу стараться ради них. Вот оно как. Юмеко-тян, ты можешь пойти отдохнуть. О, простите за грубость. О, тут клиент. Не, я просто как бы общался с ней, ничего такого. Вот оно как. Юмеко-тян, это что, твой друг, что ли? Юмеко-тян действительно очень хорошая девочка. Она очень серьезная. И это очень важное качество для работника. Если честно, я бы с удовольствием повысила бы ее почасовую зарплату до 10 тысяч йен. Ничего себе. Но таким образом этот магазин закроется. Да не, все в порядке. Зарплата и так достаточно хороша.
Да уж, Юми Котян очень усердно старается в совершенно другом месте, где она работала. Эта девушка после работы кассиршей по ночам превращается в госпожу. Если, да, вот, никто не поверит мне, если это просто так возьму и скажу вот прямо здесь. Я бы действительно хотела бы, чтобы мой ни на что не годный сын как-нибудь там, ну не знаю, выпил чайку с тобой, Юмеко-сан. О, менеджер, а у вас что, есть сын? Да, но мой сын тот еще оболтус. Всю свою зарплату, все свои деньги он каждую ночь спускает полностью. В последнее время он вообще, кажется, избегает меня. Да, похоже, мне придется ему преподать хороший урок, когда я найду его. Почему мне короче, этот менеджер, она мне напоминает кого-то. Макинохара написано. Где-то я слышал об этом. Касуга-сан, да? Но меня зовут Макинохара Сота. Но люди привыкли называть меня просто господином мазохиста. Мазохистом. О! Неужели вы ваш сын Сатоши? О, а вы что? Друг Сатоши? Если вы знаете, где Сатоши сейчас, пожалуйста, скажите мне. Я должна ему действительно хороший урок преподать. Ладно. Тогда я, как бы, наверное, на сегодня закончу с работой. Спасибо за усердный труд. Значит, менеджер этого заведения является матерью господина мазохиста. Стоит ли мне как бы свести их, раз она его ищет? Что же будет, если так и поступлю? Ну, конечно, стоит, иначе никак не продолжим квест. Так, господин мазохист говорил, что хочет почувствовать снова боль. Может быть, если его мать почитает ему нотации, может, ему будет больно, хотя бы в сердце или на душе. Хочу ли я отвезти ее к своему сыну, господину мазохисту? Отвезти или нет? Ну да. Менеджер. А, добро пожаловать. Могу я чем-то вам помочь? Ну, на самом деле, то есть Сатоши, я видел его как раз-таки в парке Пуктока на юге. А? Ты что, серьезно? А? Что? Ах, это глупое дитя. Сегодня мне придется преподать действительно ему очень хороший урок. Так, надо пойти посмотреть, что к чему. Так, что пошло в чате? Сатоши? А, ну, Салар, тогда смотри. Оставляю все в твоих руках. Мама? Ты что тут делаешь? Да мне твой друг рассказал. Повезло.
Йоу! Так, какого черта ты тут делаешь? Ты должен пойти на работу в офис. Слушай, уходи, заткнись. Как ты смеешь говорить со своей матерью, которая так беспокоилась за тебя в таком тоне? Господи, большинство времени ты ведешь себя как маленький ребенок. Несмотря на свой возраст. Да ты даже ничего не накопил на старость. Короче, никакие деньги не накопил для себя. Да и вообще, что ты делаешь в одиночку посреди ночи в подобном парке? Что вообще происходит с тобой? Я ж твоя мать. И знаешь, мне очень печально видеть тебя таким. Кстати говоря, помнишь Такутян? Он находил тот же детский сад, что и ты. Ну, тот парень, который всегда ходил с тобой повсюду. Ну так вот, он женился. Эй, ты знаешь, кто его жена? Это твоя миленькая подруга детства. Михо. Тян. Я слышал, что у них в следующем году ребенок уже будет. Отлично же, да? Мать Такутян действительно очень счастлива. В конце концов, очень скоро у нее появится ее первый внук. Это неудивительно, что она рада. Я бы тоже хотела бы как-нибудь... Я тоже хотел бы посмотреть на лицо своего внука когда-нибудь. Но, похоже, я никогда не смогу дождаться этого дня. Потому что ты... Слушай сюда, вот почему в этом обществе ты не должен тратить время впустую. Ты должен встать, держать голову, ну, прямой, грудь вперед. И идти вперед. Постарайся, чтобы мать, твоя мама... Не грустила снова так. Ладно, я пошла. Кстати, ешь овощи как следует. И не забудьте... Да, и не забудь даже овощи, что покупаешь в пакетиках, все равно помыть как следует. Слушайте, Касуга-сан. Я говорил, что я хочу испытать снова боль. Однако я не хотел испытать боль в сердце. Я всего лишь хотел испытать телесную боль. Сумане. А, ну прости. Слушая все это, на самом деле я тоже начал испытывать какую-то боль. Не могу поверить, что она действительно смогла поранить и нанести такую боль в душе двум мужчинам, то есть нам. Но я рад, что так получилось, наверное. Спасибо вам за ваше беспокойство. Но не могли бы вы меня теперь оставить одного? На самом деле, сейчас для меня много чего вообще не имеет никакого смысла.
Я сейчас подобно ракушке. Да, действительно, я прямо как ракушка. У меня подобная кожа, твердая, что ничего не испытывает. Я думал, будет лучше, если приведу его мать сюда. Но в конечном итоге он просто запнулся в себе еще больше. Ну, выбора нет. Просто оставлю его. Блин, даже не знаю, как-то... Да. Так, что, все? На этом все? Что, серьезно? Вы кто такие? Так это Юмико-тян, значит, да? Ну, она выглядит немного староватой. Но если правильно поставить сет, проблема будет исправлена. На самом деле, я как раз предпочитаю таких женщин. Это тебе действительно нравится, Милфа, да? Что это значит? Юмико-сан. В последнее время ты плохо зарабатываешь. Поэтому я хотела предоставить тебе кое-какую подработку, где ты сможешь очень быстро поднять деньги. Разве я не добрая? Шихотян. Все именно так. Ну, ты будешь принимать участие в довольно большом, важном фильме, так сказать. Так что не беспокойся, тебе заплатят достойно. Групповухи. Юмико-чан. Что? Что происходит? Этот голос. Юмико-чан. Черт. Где? Или срань, где? Заткнись. Эй, камеру включи. Начнем съемки прямо сейчас. Не двигайся. Если будешь двигаться, не только твоя одежда, но и твое тело будет порезано на куски. Стоять! Срань. Я не успею. Что за... Да, как и всегда. Ничего не чувствую. Даже несмотря на то, что я был почти что голый посреди улицы, я ничего не испытываю. Что? Это за извращенец? Молодец. Мазохист-сан. Или господин мазохист. Касуга? Кто эти ребята? Я тут как бы снимаю важный фильм. Так что, а ну, не мешайте мне. Фильм? Я? Тебе нужно связаться с моим агентом тогда. Да никто тебя снимать не будет. Не смей тут издеваться над нами, старик. Слышь, давайте этого извращенца сначала убьем. Да? Точнее, извращенца. Забавно. Че, живой еще? Так, постреляем. Превосходно. А тут даже бить особо нечего. Готово. Он силен. Эй, ну же, возьми себя в руки. Эй. Возьми этих ублюдков, вали отсюда. И чтобы больше ни на шаг не подошла близко к Юмико. В следующий раз я не буду такой снисходительной. Да, прошу прощения. Бучика. В порядке? Да. Правда, большое вам спасибо. И вам спасибо большое. Да, ничего такое. Не обращайте внимания. Мне все равно, если я умру. Так как мое тело больше не может испытывать никакого удовольствия.
Для меня в этой жизни больше нету никакой радости. Эй, не будь таким пессимистом. Учитывая, что ты спас меня, это было грубо с моей стороны, да. Однако, не говори таких слов, как смерть, которую ты хочешь. Я была действительно очень рада, то, что вы помогли мне, потому что мне было так страшно. Однако вы бросили своим телом и спасли меня. Поэтому не нужно говорить тут, что вы так легко готовы расстаться со своей жизнью. Юмико-чан. Больно? Большое спасибо за то, что уже два раза помогли мне. Это, возможно, немного, но, пожалуйста, возьмите это в качестве благодарности. Плетка, что поднимет вас на небеса. Она так называется. Окей. Надо попробовать. Спасибо вам большое за то, что вы сделали ранее. И простите за то, что ударил. Как я могу отплатить вам? Тогда, можете, пожалуйста, еще раз меня ударить? Это пощечина только что. Мне было больно. Я так давно не испытывал подобной боли. Прошу прощения. Нет. Вы можете подумать, что я какой-то извращенец, но я действительно люблю, когда меня бьют и наступают на меня. Но после того, как меня били и наступали на меня куча раз, мое тело больше ничего не испытывало. Однако от вашей руки я что-то почувствовал. Это было как какой-то... какая-то особая сила в вас. Это была прямо рука, полная любовью. Было действительно больно, и мне было очень приятно. Поэтому, пожалуйста, дайте мне почувствовать эту прекрасную боль снова. Вот этим. Почему он носит с собой это? Но знаете, нежной не буду. И не нужно быть нежной. Бейте от всего сердца, пожалуйста. Больно. Как же больно. А забавный ты парень. Я сейчас действительно под впечатлением. Я впервые встречаю такую сильную женщину, что, точнее, женщину, что бьет так сильно. Вы можете засмутиться, услышав такое от подобного парня, как я, с которым вы только что встретились. Но вы бы не могли бы отныне меня каждую ночь так листать. Я позабочусь о том, чтобы вы тоже были счастливы. Нет. По крайней мере, я буду счастлив. Понятно. Я вижу. Итак, что же мне бы еще сделать? Человек, который жаждет безжалостно быть наказан, и госпожа, которая хочет дарить любовь. Можно ли их считать действительно достойной влюбленной парой? Менеджер, возможно, ваш первый внук скоро появится на свет. Ну куда же без... Опа! Слушайте, мы можем вызвать его на помощь. Класс. Так, стоп, там не только его. Так, надо проверить. Ей явно нравится. Ну, ей да, ему тоже. Ну, блин, идеальная пара. Ну, как вам квест?
Так. Первый трай бесплатно. К сожалению, что вполне логично, днем нельзя этот призыв совершить. Ну, жаль. Ну что тут можно сказать? Меня отвлекли не вовремя. В описании говорится, что помогает типа временно успокоить товарищей или снять боль. Дичь. То есть, по сути, нас будут танковать, если... Как сказать, выражаться более понятно. Нет, не на неуязвимость, но на как минимум меньше дамага. А кто сказал, что внучок? Может, и внучка будет, кто знает, там уже как повезет им. Так, ладно. Все, с этим сайдом разобрались. Хороший сайт, действительно. Так, мне такси нужно, оно вообще еще не туда пошел. Что это было? Это был баф. Показательный сайт. Чем? Отлично. Night Rave чего показать? На самом деле тут недалеко, так что можно пойти пешком. Вот до сюда. А, групповой удар. Кстати, да, с Ханчжун есть будет что-то новенькое. Ну, сейчас найдем кого-нибудь по пути. Ну, прокачав отношения с Ханчжуньи, мы еще увидим его спецудар, который откроется, по идее. Вот
Не-не-не, групповые удары, Солар, который Касуга запускает, все нормально. А именно личный удар персонажа с... с Касугой кого-то. Как бы и то, и другое, по сути, групповой удар можно назвать. Так, ну вот бить тебе нужно. Хорош, и... Че, и все? Ну как такое? Надо ждать личный спецудар. Точнее, комбо спецудар с Касугой. Там будет интереснее. Типа. Так, ладно, тут сохранимся, и продолжение следует.